25 октября прошла информационная встреча с населением деревни Алексеевка. В ней приняли участие представители администрации города Кумертау, руководители предприятий и учреждений. В ходе встречи обсуждались такие вопросы, как занятость населения, образование, здравоохранение и жилищно-коммунальное хозяйство. Одним из основных вопросов обсуждения явились перспективы развития города Кумертау. Задуман проект организации дорожного движения, реконструкция стадиона и парка культуры и отдыха имени Гагарина, а также строительство бассейна, катка и различных развлекательных учреждений. Сейчас уже вы знаете, что во всех городах уже есть такие аукционы, как 4D, 5D, кинотеатры, 3D. У нас этого в городе пока нет. Мы не можем найти, или, может быть, мы плохо ищем инвесторов для того, чтобы это у нас в городе осуществить. А может быть, где-то кто-то из руководителей наших учреждений просто не хочет или не может это заниматься. Но я хочу сделать так, чтобы в 2012 году мы смогли найти эти аукционы. После этого Борис Беляев коснулся проблем деревни Алексеевка, а их, как оказалось, немало. Я сегодня проехал по деревне Гиля. Конечно же, проблемы я вижу, очень плохие дороги. Но как и везде такие проблемы. Это не только в деревне Алексеевка плохие дороги. И освещением я вижу у вас проблемы. Но, тем не менее, мы для этого здесь и находимся, для того, чтобы мы эти проблемы еще раз озвучили и как можно скорее их максимально могли решить. Проблема освещения, по словам Бориса Владимировича, также решится в ближайшее время. Много волнующих вопросов поступило от самих жителей деревни. Скоро будет зима. Нас волнует очистка дорог. С нашей деревни Кумертау утром много ездит студентов, в больницу ездит. На работу очень много есть, работа там с 8 часов. За нами был закреплен трактор ООО «Алексеевский». Да. Он чистит дорогу у нас двое суток раз. А то, когда буран закончится, тогда уже вечером очистит дорогу. Так не исключены пожары. Нам машина буквально не может прилететь, если на самолете. Вот этот вопрос у нас больной. Стоим на земле, и вы знаете, если стоит машина ГИБДД, конечно, они останавливаются. А здесь несутся на пролом. Можно даже, знать, я видела в других городах, может быть, какую-то вывеску ведется скрытое видеонаблюдение, чтобы они хотя бы этого боялись. Некоторые вопросы, возникшие у населения Алексеевки, Борис Беляев вместе с руководителями предприятий постарались решить на месте. Другие будут решаться в ходе индивидуальных встреч жителей с главой администрации. Анжелика Ларкина, Эльнур Ганиев. Новости.